Единственное, что тут странно и бросается в глаза, что ты лысый. Видать, мать свое молоко с обогащенным ураном путала. Органы опеки не досмотрели, что оставили нас с тобой посидеть. Это наша первая игра. Игра в баги. Слушай, может, мы тебя сейчас заархивируем назад в маму? Так, теперь тебе надо сменить сральник. Ты зачем от малыша отвернулся? Он же сейчас упадет. Ничего себе, у тебя материнский инстинкт отрабатывает. Мне, как и любому бате, похуй. Хорошие ли мы няньки с Ульяной, проверим в The Baby in Yellow. А вот хорошая ли эта игра, узнаете в конце, вернула ли я ее в стиме. Так, женщина, что дальше по плану? Накормить, поиграть. Так. Сиську достань. Ты думаешь, он не против мужской сиськи? Одна свежевыжатая корова, пожалуйста. А разогреть? Во рту парится. О боже мой. Почему он не умеет на толчке сидеть, как большой взрослый? Ну, посмотри на себя. Попробуй приучить. Мы тебя приучим, как котика, к сортиру. Кажется, ему там нормально. Дядя Артем устроит маленький фонтанчик. Я не хотел. Не хотел не делать этого. Написано, уложите малыша, так я укладываю его в кольцо. Самый великолепный отец. Бесстыдник, он со мной заигрывает. Ну давай, опыт же есть, вылетание из дырки. Не зря же женскую анатомию учил. Смотри, какой он бэйбик, так сладко спит, а? Губки такие тянут. Да. Милый то, что у него глаза на зашитый анус похожи. Пока ребенок спит, папа развлекается. Почти. Да боже, заколдованное кольцо. Ну ты что, в дырку не можешь попасть. Один раз уже попал, по всей видимости, вот спит. Посмотрите телевизор. О, вот это мне задание нравится, вот это мне подходит. Глаза слипаются. Да. А вот и продолжение серии. Да нет, это не продолжение серии, это голосовая заявка в интернат. Ну это вообще максимально странный детский плач из... Я думаю, этот голожопый уголовник в прачечной прячется. Я по... Блё. Вот он. Эй! Да, я обосрался в каком-то веке, ты смотри. Сейчас как бутылку колы я его встрясу. Только не пузырики будут. Давай, выпускай кракена. Так, женщина, дай-ка мне управление. У нас с сынком ночной жор. Стоп. Слушай, а ремень сегодня на мне. Не понял, а куда молоко пропало? Ну ладно, сегодня будут огурцы. Молодость сохранить. Да, забавно. Сейчас тебе на нем приготовлю Биг Мак. Специальные соусы, огурцы, салат и лук. Все на булочке с кунжутом, только так, и это Биг Мак. Боже, что началось-то? Мне теперь в эту квартиру с экзорцистом заходить? Да. Ну, нормально ж общались. Несите малыша на пеленальный столик. Музыка говорит о том, что ты сейчас превратишься как минимум в демона. А трусики хотят? Трусики хотят на мне смениться. Так, нам нужна та специальная соска, которая успокоит здесь все. Ты посмотри, как грязно стало. Кто о чем, женщина об уборке? При опасности разбить соска. Где он? Где это исчадие ада, вылезшая из женщины? Остолбеней. Ну вот, и никакой волшебной палочки не надо. Да, вот это экшен начался. О. Сейчас бабайка выйдет. Но судя по этой нагнетающей музыке, да, что-то должно произойти. Все, музыка прекратилась. Это, по-моему, самый никчемный скример за всю мою жизнь. Можно все сделать черно-белым. Ультра разрешение. Что? Ой, я же могу очки снять, и разницы не будет. А зачем они встроили в эту игру Lethal Company? А, и синюю надо ставить сюда. Все, все. Все элементарно, Ватсон. Какого хрена? Ща, я не такие замки на рандоме взламывал. Чтобы мы специально... О, ну вот и все. Ну ничего себе. А тут стрелочка вниз. Ах, балдеть. Пошел вон отсюда, не мешай работать, нахуй. Так он еще и рад, в аквапарке, считай, в бесплатном побывал. Слушай, а зачем в настройках большая голова? Ой, ты видишь? Мы залезли в улей. Какой ты милый. Бжи-бжи-бжи. Не полетел. Ну давай, заводись. Как это, Лунтики? Шершуня звали, вот лети к нему, пусть он тебя с толкача заводит. Лунтик, что ты там делаешь?
А, понравилось. Вот так вот вас и смывают в раковине, когда детей еще нет в планах. Женщина, я напомню, у вас есть управление. Сделайте пит-стоп этому малышу. То он мешает теперь. Вот это мамаша. А я тебя только что проверял. Да какой же день сурка у матерей. Покормить, помыть, положить спать. В конце дня вот хочется... Сейчас тебе мама почитает. Да, принц и колокольчик. Корольчика. А как ты его... Ты какого-нибудь колобка с Камасутрой случайно не спутаешь для ребенка? Вроде на одну букву начинается. Мы сейчас в середине ролика, вероятно, вам все нравится. Если это так, то предлагаю подписаться, чтобы не пропускать новые ролики и поставить колокольчик. А если уже подписаны, то здоровья вам, крепкого и побольше денег. Продолжаем. Что тебе не нравится в этой жизни? Чего ты орешь? У тебя даже нет ипотеки. Мы с мамой придумали новый вид колыбельный. Все будет в порядке, ты не беспокойся. Может, конечно, молочко изнутри постучаться, но это нормально. Укачивать лень. О, так ему нравится. Нифига себе. О, вот. Гагарин готов ко сну. Может быть, сырный тост. А может быть, баскетбольный мяч. А, смотри, на правую клавишу можно бросать. Прям бросать. Прям сказать, мы расстаемся, мяч. Ну, по крайней мере, у него нет никакого грустного поста в инсте. Пролететь вообще тут может, чисто в теории? На полшишечки было легче, да? Ну, ребенка всегда полегче играть. Кстати, интересно, а мячи пропадают? Ну, пока что не сказал бы, что пропадают. Как будто все на месте. Все на месте, спортсмены! Я отсюда, блядь. Явно все на месте. Я из няньки переоборудую себя в школьного физрука под баскетбольным кольцом. И чуть-чуть еще. Да ты не торопись, пальцы тренировать полезно. Это ты для себя интересуешься, да? Твоя бы игрушка сейчас очень помогла. Просто бы приложили к этой клавише, она бы наделала мечей. Так, Уль, я сделал. Теперь твоя задача все это пересчитать. Давай так, если ты пересчитаешь все мечи, я тебе подарю фен Дайса. А, не хочу, не буду считать. Один, два... Какие интересные часы. Который час? Не подскажешь? Так, ну судя по тому, что вот эта маленькая стрелка на большой... 3:09 5 минут. Так вот, какие часы были у бабы из мема, где 4... 5:10 утра. В таких коридорах обычно какие-то скримеры должны быть. Странно, что тут ничего. Что, блин? Ты прикинь? Какая-то квартира в новостройке в Москве сейчас, да, за 10 миллионов. Вот это вот страшный скример. Так, смотри, а что за Нави? Или это из какого-то фильма? Аватар, синие гуманоиды. Уль, слушай, мне надо резко отойти. Возьми управление, пройди, пожалуйста. Угу. Я пришел. Папа Саурон. Уложить мне ребенка спать. Ну почему такие бездарные здесь скримеры? И в тот же момент Артем, который испугался телевизора, который проехал в коридоре. Ух ты, а у меня мурашечки пошли, кстати, по ногам. А, блять. Так, ну, из предположений, опа. Да бросай его. Я все же удивляюсь, какая ты в будущем мать будешь классная. Господи, что здесь происходит? Почему все трясется? Это вот когда купил новую квартиру, а сверху тебя фитнес-клуб для жиров. Слушай, как хорошо без бэйбика. Угу. Никто мозги не компостирует. Походу, я пропустил какой-то скример. Бля, ладно. Ой, да это же первая версия. А ему надо молнию поставить. Как мы его назовем? Роберт. Давай Гондон. Гондон хочет жить. Гондон надо спасти. Гондон, нельзя выбрасывать из окна. Я куда? Я спешу. Зачем я так спешу? Ебой! У Гондона будет второе использование. Фу, блин. Ну тут максимально странные вещи для использования. Молоток. Зачем он вообще? Фу. Фу.
Какая почесть! О боже, какая музыка великая! Просто чтобы подпереть дверь. Заебись. Не пейте. Слушай, но детенок-то не просто так у нас появился. Давай попробуем на нем. Как я и думала. Небольшое несварение. Я, кажется, понял, что Илон Маск вдохновлялся своими детьми, когда делал SpaceX. Ручка клапана. Готовится. Вот всех бы так. И дети были бы здоровее. И вкуснее. Синий. Так у нас есть чистый синий. В чем логика? Опа. Уменьшение, походу. Вот ты посмотри, какой кошечка. Гаврош. А чё? О, что с ним? У него теперь руки из жопы растут. Он теперь создатель автоваза. Гендиректор. Подкинь его. Не, вверх, вверх. Ну просто. Просто вот так вот резко. Вот так, смотри, смотри. Так вот. Нифига, он долго летел. Как ты на Луне, сын? Ого себе. А ты думала? А ты сильный батя. Я все в надежде, что он там потеряется, или его заберет кукушка или сорока. Опа, радиация. Да. Теперь он будет обогащен ураном. НЛОшка. Ой. О! А где он? Странно, конечно, давать ребенку что-то кроме материнского молока и дедова самогона, но ладно. Пошли, бебик. Рина его раздула. Вы с Олегом Монголом случайно не родственники? А, я понял, его надо сделать тяжелым, чтобы он нажал на ту кнопку и дверь открылась. До почты его, до почты. Давай налево, 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 налево. Вот женщина, ё-моё, я же говорю. Почта слева. Ого, в лес. Хорошо, и теперь бежим. Теперь бежим, пока он не сдулся. Он сдувается. Я сейчас осознал, что я стреляю из пушки по ребенку. Что за дичь происходит? Так. О, получилось. Боже, а что получилось? Я надеюсь, ты его отправляешь в детдом? А, он его хотел посадить в пушку. Поняла прикол? Ну, допустим. Давай, ты даже не представляешь, что тебя ждет. Мамаша, ты мне нравишься. Ребеночком стрельну. Да пожалуйста. Подожди. Может быть, мы не успели бы наиграть 2 часа? Ровно 2 часа. Нет нужных ингредиентов для Биг Мак. Та-дах. Это еще не все, я пошел снимать для вас новый ролик. Ставьте большие пальцы вверх, если все понравилось. Ну а меня зовут Артем Конопатый. Увидимся через неделю.